Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Мстители. Война бесконечности. Спустя долгие годы подготовки, безумный титан Танос наконец-то смог достигнуть своей цели – захватить все 6 камней бесконечности, объединив их в могущественный артефакт – перчатку бесконечности. Одержимость 2013 года. Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений, дирижер лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его все дальше и дальше, за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет победителем из этой схватки? Тепло наших тел 2013 года. Мир поражен чумой и стоит на грани вымирания. Покойники ходят на земле и норовят употребить в пищу живых, которые, оставшись в катастрофическом меньшинстве, с трудом держат оборону. Перемены начинаются, когда один зомби, чье имя при жизни начиналось на R, спасает девушку вместо того, чтобы ее съесть. Дружба, завязавшаяся между представителями враждующих сторон, грозит обоим самыми нехорошими последствиями. Но R и Джули, сами того не подозревая, держат в руках простой и единственный ключ к спасению гибнущего мира. Мстители. Локи, сводный брат Тора, возвращается, и в этот раз он не один. Земля на грани порабощения, и только лучшие из лучших могут спасти человечество. Ник Фьюри, глава международной организации ЩИТ, собирает выдающихся поборников справедливости и добра, чтобы отразить атаку. Под предводительством Капитана Америки, Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный Глаз и Черная Вдова вступают в войну с захватчиком. Джанго Освобожденный 2012 года. Эксцентричный охотник за головами, также известный как Дантист, промышляет отстрелом самых опасных преступников. Работенка пыльная, и без надежного помощника ему не обойтись. Но как найти такого, и желательно не очень дорого? Беглый раб по имени Джанго – прекрасная кандидатура. Правда, у нового помощника свои мотивы, кое с чем надо разобраться. Лет «Одноклассники. Любовь» 2011 года. Лола или Лол, как ее зовут друзья, живет в пригороде Чикаго, как и все, прогуливает занятия, чатится с подругами, устраивает вечеринки и мечтает о настоящей любви. Поездка в Париж – это шанс для Лолы и ее одноклассников оторваться по полной. Безудержный шопинг, бесконтрольные ночные вылазки и первое романтическое свидание – все это оказывается под угрозой. Ведь мать Лолы, мягко говоря, не обрадована результатами ее экзаменов. Мой парень-псих. Бывший учитель Пэт, проведя в психиатрической больнице 8 месяцев, возвращается в родительский дом. Он одержим мыслью помириться с бывшей супругой, которая не имеет права приближаться по решению суда. Но знакомство с эксцентричной девушкой Тиффани зажигает в Пэте луч надежды. Европа. Фильм повествует о международной космической экспедиции к шестому спутнику Юпитера, которую снаряжает некая частная корпорация. Цель полета – высадиться на поверхность Европы, в подледном океане которой ученые теоретически предполагают наличие жизни. Иллюзия обмана 2013 года. Команда лучших иллюзионистов мира проворачивает дерзкие ограбления прямо во время своих шоу, играя в кошки-мышки с агентами ФБР. Робокоп. 2028 год. Международный конгломерат Omnicorp лидирует в производстве робототехники. Благодаря разработкам компании, Америка успешно побеждает в войнах по всему миру. Но теперь пришло время применить технологию на американской земле. Алекс Мерфи – любящий муж, отец и отличный полицейский, оберегающий порядок в Детройте, получает на службе смертельные ранения. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!